понедельник в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода. Пройдет дождь, местами сильный. Днем 9-14, выше 0, ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани облачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью 9 градусов тепла. Ветер западного направления 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 9 градусов. Ветер западный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, сильный дождь. Днем 10 градусов тепла, ночью плюс 7. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление также пониженное – 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 83%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.